Мы приступаем ко второй сессии нашей конференции. Сессия будет посвящена аэросъемке и беспилотным самолетам, приложениям. И эту сессию начну я, в принципе, я ее веду, но я начну, дам первую презентацию по поводу компании Vision Map и аэросъемочной системы А3. Я представлю себя, я работаю в компании Vision Map, я ее научный директор. Компания Vision Map была организована в 2004 году, в этом году уже 12 лет. Несколько лет назад она была продана двум большим промышленным холдингом в Израиле, а несколько месяцев назад она была переведена в один из этих холдингов, известная компания военно-промышленного комплекса Израиля «Рафаэль». И сегодня мы являемся так называемой «Business Unit of Рафаэль». С точки зрения нашего отношения к рынку, в принципе, ничего не меняется. По-прежнему у нас есть два рынка, военный и гражданский. Мы по-прежнему развиваем все наши продукты на том и на другом рынке. И в этом году сделали довольно много новых разработок. В основном в области программного обеспечения, потому что, в принципе, сама камера А3, наверное, год или два назад пришла к своей какой-то уже такой взрослости, стабильности. И намечаются дальнейшие ее разработки, расширение функционала, но в том виде, в каком она сегодня, она, в принципе, дошла до какого-то своего пика, который дальше, в общем-то, нужно менять уже какую-то технологию полностью, скажем так. И я думаю, что, во всяком случае, в ближайший год мы на это не пойдем. Видимо, дальше будет делаться какая-то дополнительная разработка. Новые разработки были сделаны в этом году в области программного обеспечения нашего, известная программа Lightspeed и тесная кооперация с нашими партнерами, большинство компаний из Израиля, которые представляют дополнительный функционал, дополнительные возможности. И я вам покажу, что это такое. Ну, начнем с нашей компании. Пожалуй, как-то передвину это, чтобы мне было тоже удобно смотреть и говорить одновременно. Значит, основная идея камеры А3 – это совместить высокое наземное разрешение, то есть длинное фокусное расстояние объективов, и с большим наземным покрытием. Обычной технологии это не удается, поскольку мы знаем, что при длинном фокусном разрешении обычных объективы имеют небольшой угол поля зрения, соответственно, и покрытие будет небольшое. В данном случае мы решили это тем, что у нас имеются два вращающихся объектива, которые вращаются поперек линии полета. Таким образом, мы обеспечиваем угол поля зрения 110 градусов при очень высоком наземном разрешении, поскольку объективы имеют фокусное расстояние 300 мм. Система выглядит таким образом. Сама камера, Lightspeed, это программное обеспечение, автоматическое программное обеспечение, покрывающее, в принципе, основные фотограмметрические работы, попозже остановимся на этом деле, и опционально мы предоставляем наземную компьютерную систему, которую, в принципе, или мы можем поставить уже сконфигурированную клиенту, или пользователь может купить ее на месте. Чем эти системы хороши, что они обычно поставляются с гарантией от 3 до 5 лет. Они сегодня уже достаточно дешевые, скажем так, обладают очень большой производительностью. Лицензии на программное обеспечение у нас то, что называется
можно покупать лицензию на количество ядер на каждой системе, то есть ваша производительность будет зависеть от мощности вашей системы. Ну и поскольку вся система работает в параллельном режиме, обработка ведется в параллельном режиме, процессов, в параллельном режиме проектов, то если у вас есть какие-то большие глобальные проекты, которые вам нужно сделать быстро, то вы покупаете лицензию, допустим, на большее количество ядер. Если у вас есть, я не знаю, там 10 проектов в год по 10 тысяч квадратных километров, то есть это маленькие проекты для этой системы, то вам такая система обработки не нужна, вам достаточно более дешевую и более низкую обработку иметь. Так выглядят параметры системы. Как я уже сказал, 300 мм фокусное расстояние, угол поля зрения меняющийся, максимально он может составлять 110 градусов, размер пикселя мы по-прежнему используем CCD, мы еще не перешли в этой модели на CMOS, ведутся сейчас исследования всего этого дела, пока что не очень понятно, но мы используем стандартный CCD с разрешением 7,4 микрона. Что еще здесь интересно? Ну, максимальные, обычно компании гордятся своим размером снимка. Размером снимка, все говорят, вот у нас там есть 200 тысяч мегапикселей, там 200 мегапикселей, 300 мегапикселей. Ну, у нас максимальный размер вот 700 мегапикселей на один снимок. Это, в принципе, если вы летаете по какому-то маршруту с максимальным field of view, с максимальным угловым поля зрения, то вот у вас будет такой большой снимок. Система позволяет получать информацию в режиме обычной цветной съемки RGB и в режиме RGB NIR, ближнее инфракрасное изображение. Это два разных режима работы. Когда мы работаем в режиме RGB и NIR, производительность системы будет... Производительность системы относительно производительности. Когда мы говорим о производительности, мы говорим о производительности аэросъемки, то есть сколько километров, квадратных километров в час мы можем сфотографировать с данным наземным разрешением. Производительность в этом режиме будет примерно в два раза меньше, чем производительность в режиме RGB, но по-прежнему она будет больше, чем любые остальные системы на рынке сегодня представляют. Система, как вы понимаете, должна иметь обладать системой компенсации сдвига изображения. В нашем случае у нас есть движение самолета, то есть то, что называется forward motion compensation. Есть движение объективов, что это движение тоже надо компенсировать. Есть вибрация самолета. В нашей системе нет гиростабилизирующей установки, то есть она есть, но она решена другим образом совершенно. И вот эта система, которая занимается компенсацией сдвига изображения, собственно говоря, она отвечает за все эти параметры. Движение самолета, вращение камеры и вибрация самолета. Система очень легкая, маленькая, в принципе, всего 42 килограмма. Она поставляется как бы модульная система из трех модулей. Вес максимального модуля 25 килограмм, то есть один человек в течение там, 10 минут может установить ее на стандартном самолете. Какие основные характеристики этой системы? Очень высокая производительность, на сегодняшний день самая высокая производительность среди подобных систем, фотограмметрических систем в мире. То есть мы можем, в зависимости от высоты полета, понятно, и скорости самолета, мы можем дать максимальную производительность 11 тысяч квадратных километров в час. То есть вы летаете один час, за 11 час у вас есть 11 тысяч квадратных километров аэросъемки, пригодной для создания ортофото, создания цифровой модели местности, рельефа, создания стереоскопических моделей и прочее. Допустим, я не знаю, Московская область, здесь много из Москвы, 44, по-моему, тысячи квадратных километров.
летая на хорошем самолете с разрешением 25 сантиметров, всю эту Московскую область можно отлетать за 4-5 часов, то есть за один день при, ну, при нормальном планировании полетов. Производительность аэросъемки, производительность обработки, то есть создание ортофотопланов, тоже зависит, понятно, от некоторых параметров. Один из параметров – это разрешение, наличие поперечных продольных перекрытий и прочее. Но, в принципе, для стандартной конфигурации мы можем, для 25 сантиметров мы можем обеспечить 9000 квадратных километров в день. В день – это сутки. Поскольку система автоматическая, никто не должен заниматься. И, в принципе, запускаем проекты, каждый день можно получить 9000 квадратных километров. Разрешение на Земле очень просто считается, 2,5 сантиметра на каждый километр высоты. То есть вы летаете на одном на километр по высоте, у вас 2,5 сантиметра на Земле, 2 километра 5 сантиметров, 10 километров 25 сантиметров, примерно так. Система обеспечивает в общем случае и плановую съемку, и перспективную съемку, то, что называется vertical and oblique imagery. Поэтому ее очень хорошо использовать, ну, в принципе, для любых аппликаций, которые связаны с построением трехмерных городов, плотной цифровой модели местности, 3D modeling, 3D DSM, мониторинг городской территории при помощи перспективной съемки и так далее. И в режиме перспективной съемки система тоже значительно производительнее, чем все остальные так называемые пентакамеры. Камеры, стандартные камеры для перспективной съемки – это камеры с 5 объективами, обычно короткофокусными, то есть там, допустим, центральный объектив у них обычно 50 мм, а боковые 80 мм, то есть вы должны летать очень низко. Понятно, что в городской территории практически это невозможно во многих случаях сделать. Вот. Мы можем летать высоко, на тех же высотах, как мы обычно летаем, поэтому нет никаких ограничений высоты, по высоте для городской территории. И за счет того, что мы летаем высоко, производительность будет примерно в 2-3 раза выше. Система полностью автоматическая, система обработки полностью автоматическая и создает, в принципе, 4, сегодня 5 продуктов. Это автоматическая триангуляция, DSM, DSM это CMM, цифровая модель местности. Сегодня мы, как и все, делаем Dense DSM, попиксельная цифровая модель местности. И как все, мы используем метод Semi-Global Magic, SGM. Делаем обычное ортофото и делаем так называемое True ортофото, которое основывается на плотном CMM. То есть True ортофото – это относительно новый продукт, в принципе, он интересный, он получается абсолютно без дополнительных затрат с точки зрения производителя. В тот момент, когда вы создали цветное облако точек, которое основано на изображении, вы, в принципе, сохраняя это цветное облако точек в ортогональной проекции с цветом, вы создаете тем самым True ортофото. То есть во многих случаях, когда нужно True ортофото, сегодня оно делается именно так. По всему миру это очень неплохо развивается. Может быть, с точки зрения качества изображения это немножко уступает обычному ортофото, но с точки зрения параметра, как цена за квадратный километр, понятно, что это во многих случаях во много раз превосходит. И в конечном итоге это дает ту информацию, которая чаще всего нужна пользователю. Точности 20-50 сантиметров без опорных точек. Можно использовать разные типы обработки GPS или PPP или DGPS. Если использовать опорные точки, то точность в принципе будет зависеть уже от точности опорных точек, в принципе. Какие продукты? Ну, я уже, собственно говоря, сказал, вертикальные, плановые, перспективные снимки получаем, ориентированные, естественно, поскольку все плановые, перспективные снимки одновременно проходят
триангуляцию, совместную триангуляцию, поэтому их уравнивание выполняется с высокой точностью и соответствует точности общей триангуляции. Точность общей триангуляции обычно составляет в нашем случае 0,3-0,4 пикселя, что, в общем-то, является сегодня стандартом во многих инструкциях мировых, скажем так. Можно создать стереопары для стереовекторизации. Многие программные обеспечения поддерживают эти стереопары. Эти стереопары не являются стандартной стереопарой центральной проекции. Это так называемая квазипанорамная проекция. Но мы обеспечиваем все необходимые формулы, DLL так называемые, и нас поддерживают, в принципе, практически все производители этого софта в мире. Компания Ракурс и Фотомод нас поддерживают лучше всех. Они сделали это действительно лучше всех, и мы всем рекомендуем пользоваться Фотомодом для этого процесса работ, типа работ ортофото. В автоматическом режиме делается. Причем в автоматическом режиме делается все: и сшивка одиночных снимков, сшивка между маршрутами, радиометрическая коррекция, понятно. Строится плотное DSM, собственно говоря, это облако точек, цветное облако точек. 3D-модели, у нас нету своего программного обеспечения, мы сделали очень плотную интеграцию с французской фирмой, Acute 3D. Те, кто пользуется Agisoft, может пользоваться Agisoft. Мы в свое время делали интеграцию с Agisoft тоже. Ну или любым другим. Сегодня уже есть несколько пакетов для создания трехмерных моделей. Мы в свое время сделали интеграцию с Acute 3D, поскольку они на то время были наиболее продвинутые, давали наилучшее качество моделей, наибольшую производительность, что в нашем случае очень важно. Вот. И, в принципе, их модель, она включена у нас в общую линейку технологическую. И когда мы это делаем, человек, который делает, он даже не чувствует, что это делается в каком-то там ручном режиме. Но это не ручной режим, это автоматически просто есть дополнительный элемент передачи данных. Использование перспективной съемки. Мы пользуемся программой Oblivision. Это известная израильская разработка, которая широко используется. Ну, в Израиле она практически 100% все ей пользуются. Ну, и в мире она тоже достаточно хорошо представлена. Мы рекомендуем использовать ее. Но можно, мы сделали интеграцию и с бельгийской разработкой OrbitGIS. И, по-моему, с Бломом тоже у нас была какая-то совместная разработка. Так что можно пользоваться разными вещами. Ну и вот последняя разработка, которая была сделана совместно израильской фирмой VideoInform. Это видеопрофайлер. Это автоматическое распознавание объектов. Очень сильная разработка. Я вам покажу несколько примеров для этого дела. Она тоже не единственная в мире. Но мне кажется, сделано очень неплохо, она основана на алгоритмах глубокого изучения, deep learning, то, что сегодня очень популярно, вот, и позволяет в автоматическом режиме распознавать всякие объекты на Земле. Система устанавливается на любые типы самолетов, начиная от самых легких и самых тяжелых. Вот видите, один из тяжелых — это Ан-30, на котором мы летали в России. Здесь это Learjet, допустим, тоже большой джет. Нет проблемы. То есть установка в любом самолете, у которого есть стандартный люк для подключения любой стандартной аналоговой камеры, скажем так, стандартной аналоговой камерой, система устанавливается очень быстро, в течение 50 минут. Нам, в принципе, не нужна никакая специальная установка. Есть переходная плата, вот это наша переходная плата, она легко с четырьмя болтами прикручивается к любой другой переходной плате, и все, на этом все заканчивается. Здесь картинка показана, как
как это все летает на самом деле, но поскольку видео, я решил не затруднять ваше. Здесь мы рассказываем о том, как работает система компенсации сдвига изображения. Тем, кому интересно, я могу позже показать, во время перерыва я могу показать все эти видео, они у меня есть на компьютере. Вот. Но это как бы основная идея нашего патента, системы компенсации видеоизображения и неиспользования гиростабилизирующей установки. Этот патент запатентован во многих странах мира, и он позволяет на самом деле заменить большую тяжелую гиростабилизирующую установку, которая компенсирует все вибрации самолета, допустим, и системы компенсации сдвига изображения очень маленьким зеркалом, которое установлено внутри объективов. Вес этого зеркала 10 грамм, оно в принципе установлено на трех гироскопических моторах. Вот. И мы компенсируем в принципе не саму камеру, а компенсируем свет, входящий в камеру, направляем его в нужное место, где он должен быть по расчетам всех вот этих движений. Вот. Идея, в принципе, не нова, она была описана в известной книжке по аэросъемке 1959 года Шлопака, по-моему. Вот. Ну вот она реализована здесь, на современной почве, и работает очень успешно. Почему такая высокая производительность? Ну, основные два параметра. Во-первых, вы летаете выше. То есть за счет того, что у вас 300 мм фокусное расстояние, вы можете летать, и, допустим, у вашего конкурента там 100 мм фокусное расстояние, что примерно правда на рынке, вот, вы можете летать в три раза выше, по высоте в три раза выше. При одном и том же 2 альфа-угол – это эффективный угол аэросъемки. Это тот угол, который используется для создания ортофотопланов. Он описан в инструкциях, и в российских, и во многих других. При одинаковом эффективном угле использования съемки, летая выше, ваше покрытие на Земле будет в 3 раза выше. То есть просто. Дополнительно общий угол поля зрения у нас 110 градусов, у остальных камер примерно 57 градусов, 50-60 градусов, что-нибудь такое. То есть мы можем себе позволить, допустим, летать с большим поперечным перекрытием. То, что мы и делаем, в принципе, мы летаем с поперечным перекрытием 55-60%. Такое поперечное перекрытие позволяет построить очень сильный блок аэротриангуляции, поскольку у вас очень много перекрытий, у вас есть перекрытие между каждым третьим маршрутом, вы можете построить очень сильный блок триангуляции. Все это вам позволяет не использовать IMU. То есть вам не нужна IMU, и в нашей системе нету, в стандартной поставке нету IMU. То есть масса преимуществ, которые позволяют в конечном итоге дать большую, высокую точность, высокую геодезическую и фотограмметрическую точность всего этого блока и обеспечить высокую производительность аэросъемки. Ну, вот так выглядит примерно полоса захвата стандартной камеры любой, ну то, что называется камеры большого формата. Вы их знаете сами. Это то, что получаем мы. Здесь это график сравнения производительности между разными камерами. Ну, вот здесь вы видите, это A3H. Это A3H в режиме съемки инфракрасная съемка, да, это, в общем-то, более-менее все остальные камеры. Между ними тоже есть разница, понятно, но разница большая здесь. То есть, когда мы говорим о разрешении, там, начиная с 10 сантиметров и 25, и дальше сантиметров, то здесь эта разница становится очень существенная, там, от 2 до 5 раз. Это сравнение сделано по расстоянию между маршрутами. То есть мы можем учитывать сравнение между производительной аэросъемки делать двумя способами. Один способ – это просто количество квадратных километров в час.
Второе, более объективное на самом деле, которое не зависит от типа самолета и от скорости самолета, это расстояние между маршрутами. А расстояние между маршрутами для них как бы общий знаменатель – это вот этот угол 2 альфа. 2 альфа, он обычно стандартен для определенных разрешений на Земле, поэтому всегда можно провести сравнение адекватно между камерами. Поэтому я предпочитаю всегда это использовать, поскольку оно не зависит от каких-то других параметров. Ну, вот здесь видно, в принципе, наша производительность в виде таблички. Ну, летая, я не знаю, 10 сантиметров разрешений, вы можете каждый час получать 850 квадратных километров. 25 сантиметров – это будет уже 6600 квадратных километров и так далее. Здесь приведена табличка, ну, кто будет потом разбираться, если кому-то интересно, это табличка связи между поперечным перекрытием стандартным, то, что мы все привыкли использовать, и вот этим углом 2 альфа. Они тесно связаны между собой. На самом деле это одно и то же, просто стандартное поперечное перекрытие в свое время, когда мы говорили, что мы летаем со стандартным перекрытием 20-30-40%, почему мы так могли говорить? Все камеры были однотипные. Все камеры были, допустим, на Западе, все камеры были 24 на 24 сантиметра со стандартными фокусными расстояниями. В Советском Союзе все камеры были 18 на 18 сантиметров. Опять же, со стандартным набором фокусных расстояний. Поэтому можно было для планирования полета можно было сказать, что, вот, допустим, городскую съемку мы летаем там с поперечным перекрытием 40%, а межселенка может летаться там с 20%. Особо никто не задумывался тогда о развале зданий, почему это все. Просто привыкли так, да и в инструкциях так было написано. Вот. Сегодня ситуация другая. Все камеры имеют разный размер, поскольку CCD разные, форма сбора информации разная. У многих это несколько объективов, допустим, как у нас, линейные сенсоры всевозможные. То есть камеры имеют разную конструкцию сегодня. Фокусное расстояние у всех разное. Поэтому сравнивать сегодня или планировать свой полет, основываясь на поперечном перекрытии, это абсолютно бессмысленно. То есть когда вы говорите, отлетайте мне территорию городскую, допустим, с поперечным перекрытием 40 сантиметров, это все равно, что вы ничего не сказали. Потому что 40%. Потому что 40% для Викселя, для DMC, для Лайки – и для Face One, допустим, и для A3 это совершенно разная геометрия ортофото. Абсолютно. Вот. Поэтому это абсолютно неправильно задавать такой параметр. А правильный параметр, то, что задается, ну и, в общем-то, кое-где уже в каких-то странах это даже вошло в инструкцию по фотограмметрическим работам, это задавать или уклон здание на ортофото, допустим, если мы говорим об обычном ортофото, а не true ортофото, вот, или об эффективном угле использования 2 альфа, что в принципе одно и то же. Уклон здания – это тангенс этих 1 альфа. Вот, поэтому эта табличка дает как бы связь между этими всеми элементами для понимания того, что такое 2 альфа и как это связано с поперечным перекрытием. Теперь немножко поговорим по поводу программного обеспечения. Программное обеспечение включает все, начиная от планирования полета, навигация, управления камерой во время полета, Flight Viewer. Flight Viewer – очень приятная программа, то есть это программа, которая вам позволяет, в принципе, во время полета и сразу после полета проверить качество вашего полета, все ли вы сфотографировали, все ли у вас получилось, все ли записалось, где у вас были облака. И, допустим, в принципе, это можно сразу в самолете сделать, он быстро очень работает, сразу в самолете сделать, и, допустим, если у вас есть еще время полета, вы можете тут же полететь или там через несколько часов полететь и дофотографировать вещи, которые у вас не получились по какой-то причине, допустим, была облачность или еще что-то. Вот. Это достаточно новая разработка, которая была, ну, года два она уже существует, я думаю. Fast Mosaic – это, в принципе, основано на Flight Viewer, следующая это итерация. Ну, Fast Mosaic обычно как бы в гражданской ситуации не очень нужна, а, допустим, в таких ситуациях, как МЧС, там, Disaster Management, что-нибудь такое, там используется Fast Mosaic, которая быстро, сразу после полета, позволяет сделать быструю такую мозаику. Это не ортофото, это просто мозаичный план такой,
который с определенной, даже без триангуляции, без ничего, вот, но он с определенной точностью позволяет вам получить уже какие-то данные сразу после полета. Data Viewer – это система, в принципе, одна из основных систем, которая позволяет запускать ваши проекты, анализировать, получать отчеты по проектам, делать внешнее ориентирование системы, измерять точки. И control и система контролирования и обработки, в принципе, включает в себя Lightspeed, которая отвечает за аэротриангуляцию, плотную цифровую модель местности и ортофото. Это три основных процесса, которые он делает в автоматическом режиме. Вы можете задавать в этой системе, в принципе, количество проектов, которые параллельно бегут. Вы можете эту систему разделить на группы, которые работают параллельно, если у вас несколько групп. Вы можете следить этой системой, сидя в Тель-Авиве, а проект, допустим, бежит где-нибудь, я не знаю, в Лос-Анджелесе. Ну, где разрешены такие вещи. Я специально не сказал в Москву, потому что в Москве не разрешено просто это. Вот. То есть можно управлять по интернету. Кстати, камерой то же самое. То есть любое исследование, которое нужно, допустим, когда мы поддержку обеспечиваем нашим пользователям, мы все первым делом это делаем через интернет. Камеру можно подключить через интернет, посмотреть, как она работает, какие у нее проблемы, если есть. На систему наземной обработки таким же образом подключить через интернет, посмотреть, что там есть, и в каких-то случаях помочь нашим пользователям что-то сделать правильно, если они сами не справляются. Это наши компаньоны, ну, один из известных компаньонов для стереовекторизации, стереокомпиляции, это программа PhotoMode Rakurs. Они действительно сделали это очень хорошо, лучше всех остальных. Они поддерживают нас на уровне и одиночных снимков, и квазипанорамных снимков и из одного маршрута, и из соседних маршрутов. В общем, молодцы, и мы везде рекомендуем их использовать с нашей системой. Вторая – это 3D-моделирование. Мы плотно работаем с софтом Acute 3D, но можно и с любым другим. Oblivision – это производство Idan Computers, израильская фирма тоже. И автоматическое распознавание объектов, это видеоинформ, это разработка этого года, в принципе, интеграция этого года. Я покажу сейчас несколько снимков, которые вы там получили. Система рекомендуется, она может состоять и не только из 64 ядер, у нас есть конфигурации из 200 ядер тоже, для каких-то очень больших организаций, которым нужна громадная производительность. У нас и такие системы есть. Но стандартная конфигурация на гражданский рынок, рекомендуемая, это 20-24 ядра. Это, так сказать, мобильная система называется, а это стационарная система 60-64 ядра. Ну, сегодня цены достаточно низкие, то есть вот такую систему можно купить, допустим, за 10-12 тысяч долларов. Такую систему можно купить, если это Dell, то это будет 45 тысяч долларов, а если что-нибудь попроще, так это может быть и 25-30 тысяч долларов. То есть цены существенно упали, производительность обработки существенно увеличилась. Понятно, что все это дело можно расширять. У нас есть пользователи, которые пользуются обеими системами. То есть, допустим, у нас есть одна французская компания, которая много работает в Африке. Так на центральной основе она пользуется этой системой, а, допустим, для каких-то быстрых прогонов и качества измерения она пользуется этой системой. Так, здесь мы сделаем скип. Система Lightspeed. В принципе, здесь написано, что ограничение 250 тысяч снимков в одном блоке. Сегодня это ограничение уже снято. Последняя наша разработка – это неограниченное количество снимков. В принципе, сегодня можно обрабатывать в одном блоке параллельно неограниченное количество снимков. Нет ограничений. У вас есть миллион снимков – будет миллион. Есть миллиард – будет миллиард. Они будут одновременно уравниваться. Это производительность этой системы. Ну, для 10 сантиметров – это 1000 квадратных километров в день. Для 30 сантиметров – 9000 квадратных километров в день. Ограничение на блок тоже раньше было релевантно для вот этого параметра. Сегодня тоже нет ограничений. Для блока, в принципе, можно сегодня уравнять блок на,
на всю Россию как один единственный блок одновременного уравнивания. Точности. Ну, точности мы говорили, мы прошли сертификацию в Штутгарте, здесь параметры этой сертификации. Есть отчет, опубликован в интернете, кого интересует, можно найти. Мы всегда говорим о точности примерно, допустим, если с опорными точками, то это 0,3-0,5 пикселя в плане и 0,7-0,8 по высоте. Это часть нашего договора, в принципе, то, что мы обязуемся по договору сделать, точности по триангуляции. Вот несколько снимков я вам покажу в заключение просто. Ну, это общие картинки, где можно использовать. Это разрешение, это Иерусалим, высота 2000 метров, разрешение 5 сантиметров. Ну, видно все камни, ну, в общем, особо, я думаю, сегодня никого не удивишь, просто с высоты 2 километра вряд ли где-то видел такую съемку. Это Санкт-Петербург, Исаакиевский собор, съемка прошлого года для цели ортофотоплана и одновременно перспективной съемки. Это тоже Санкт-Петербург из того же проекта. Это использование нашей системы в лесном хозяйстве России. Это инфракрасная съемка. Это тоже инфракрасная съемка. Это интересный проект, это высота полета 12,5 километров Вальпараисо, разрешение на земле 30 сантиметров. Вся эта территория, это очень большая территория, была снята тремя маршрутами за 27 минут всего лишь и обработана за одну ночь до получения ортофото. Это плотная Dense DSM. Ну, вот видите, оно в принципе выглядит как true ortofoto. Это попиксельная DSM, попиксельная цифровая модель местности. Это не картинка, это облако точек, цветное облако точек, то, что мы видим здесь. Разрешение 5 сантиметров, каждые 5 сантиметров есть точка. Плотно здесь 400 точек на квадратный метр, и у каждой точки есть цвет. То есть вот это, в принципе, true ortofoto, которое сегодня развивается во всем мире и становится очень популярным продуктом. Это тоже true ortofoto, это не true ortofoto, это плотная DSM в Атланте, 10 сантиметров. Ну, здесь параметры есть, здесь громадная площадь, здесь 140 квадратных километров, с 10 сантиметров. Все это дело сделано было за 81 часов, но это результаты двухгодичной давности. Сегодня это бежит значительно быстрее, поскольку мы распараллелили все эти процессы. Еще пример DSM-а плотного. Еще один из примеров. Ну, это как бы у всех примерно показывает. Это использование программы Oblivision для обработки, для использования перспективной съемки. То есть программа Oblivision позволяет вам создать проект, который включает в себя ортофото, слои, гисовские слои и перспективные снимки, указывая на какую-то точку в гисе или, допустим, на ортофото, программа автоматически вам показывает, вот здесь это видно сейчас будет, показывает все наклонные снимки, которые смотрят на эту точку. Вы можете провести моноизмерение, то есть не стереоизмерение, а моноизмерение любых объектов, которые есть здесь, ну и просмотреть, что у вас там есть вообще. Это используется для мониторинга больших строительных объектов, больших заводов и инвентаризации жилищного фонда в городах. Это трехмерная модель, небольшой замок Лопалис во Франции. У нас довольно много таких моделей уже скопилось, от наших клиентов и от пользователей. Тоже трехмерная модель из Америки. Это одна из самых больших железорудных добывающих компаний Австралии, Newman Mine. Все эти модели у меня есть на компьютере, которые можно посмотреть как бы живьем. Если кого-то интересует, я, естественно, покажу это дело. Вот, это последняя разработка, это автоматическое распознавание объектов. Здесь мы распознавали машины в Тель-Авиве.
для проекта распознавания парковок в больших городах. Вот, здесь распознавались автоматические машины. Ну вот здесь даже видно, как бы, насколько программа работает отлично. Даже в самых темных местах городской территории она распознает все эти объекты. Ну вот здесь распознавались пустые стоянки. То есть, ну, во многих случаях нужно знать, где у тебя есть стоянка, где у тебя есть пустые стоянки. Здесь распознавались животные в Африке. В прошлом году мы летали и с местными организациями, которые занимаются распознаванием животных, летали. Вот здесь слонов распознавали. Здесь антилопы я, по-моему, не показал. Ну, в общем, антилопы, всякие разные животные. Поскольку мы можем летать достаточно высоко и получать высокое разрешение, 4-5 сантиметров, то это очень хорошо как раз для мониторинга животных. Ну, это вот наше, собственно говоря, Global Operation, то, что где мы представлены во всем мире. И на этом я, пожалуй, закончу. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Спасибо. Один вопрос, а вот касательно Труорта, вы от обычного Труорта вообще отказались? Нет. Обычное ортофото есть, оно как бы производится, более того, мы сейчас… Труорт именно, то есть как облако, либо вот как бы таким DSM плюс растер классическим как бы методом. Не просто Орта, а Труорт. Нет, Труорта у нас никогда и не было. Обычного визуального Труорта у нас не было никогда. Mm-hmm. У нас было обычное ортофото, и вот сейчас есть Труортофото, основанное на облаке точек. Ага, спасибо. Тогда вопрос про обычное ортофото. Mm-hmm. А для обычного ортофото цифровая модель рельефа, она откуда берется? Цифровая модель рельефа берется из нашей системы. Мы не получаем цифровую модель рельефа, мы получаем DSM. Угу. Потом DSM надо отфильтровать в DTM, в цифровую модель рельефа, CMM в CMR. Делается фильтрация при помощи стандартных средств, которые занимаются этим делом. Там TerraSolid, может быть. Ну, то есть не… Мы сами… Которые не входят в ваш… Не входят, нет. Да, надо, хорошо, мы спасибо. Поставляем обычно TerraSolid в связке. Спасибо. Сергей Укуленко, компания Prime Group, Москва. А скажите, пожалуйста, а был ли опыт использования вашей камеры в горных районах с большими перепадами высот и построение на их основе CMR? С какой-то… Да, одна из первых разработок. Насчет CMR я не знаю, честно говоря, сложно мне сказать насчет построения CMR. Одно, допустим, ортофотопланы, одна из первых пользователей – это бельгийская компания Aerodata, которая использовала это в Центральной Европе для горных районов. И там они делали ортофото, собственно говоря, основанные на нашем же CMM, как бы. Вот. Ну, с фильтрацией на землю. Ну, там особо фильтровать не надо, это открытая местность. И, ну, вроде жалоб не было, как говорится. Точности везде мы обеспечиваем одинаково в соответствии вот с этим делом. Это на самом деле, в общем-то… А? Да, да. Добрый день. А в перспективе есть желание оснастить камеру с лазерным сканером для уточнения цифровой модели рельефа? Была такая идея совместить. У нас как бы и модель камеры, она вращающаяся. То есть была идея дополнить ее зеркалом каким-нибудь еще, поставить дополнительный сканер. Но пока что это не реализовано. То есть это основано на… Вот Виктор Николаевич говорит, что я уже больше не могу говорить. Время говорит. Да. Ну ладно. Еще один вопрос можно? Да, пожалуйста. Лобзинев Вячеслав, Центр инновационных технологий. Для распознавания хотел спросить, вы использовали какие характеристики? Это RGB или какие-то там спектральные объемы данных и время вот реального проекта? Для распознавания объекта вы имеете в виду? Да. То, что вы стоянки показывали, все остальное. Да, у меня есть отдельная презентация по этому поводу. Мы сможем в перерыве… Если вас это интересует, сесть, показать, там есть полный анализ всего этого изображения.
работает на любой информации, это может быть или цветная информация, или даже термическая информация, или инфракрасная информация распознавания. Насчет времени я не помню, но в презентации это есть, если вас интересует, я вам могу показать это. А можно в продолжение вопрос, какой инструментарий методически использовался для распознавания объектов? Это, основ... это глубинное машинное обучение? Это deep learning, да. Угу. Это то основ... есть на основе нейросетей, да, да. Сверточных? Наверное. Совершенно верно, да. Угу. Спасибо. Все, мы можем перейти. С удовольствием отвечу на все вопросы дополнительные, которые будут дальше.